Кадровый голод в промышленности связан всего с тремя вещами. Первое. С полной ликвидацией, которая у нас произошла, системы специального образования. У нас уже фактически нет нормальных ПТУ или техникумов, где готовят людей. Просто нет. Второе. С тем, что в течение 20 лет слово «промышленность» стало ругательным. То есть это было почти матерное слово. Промышленность. Фу, гадость какая. Вот шоу-бизнес — это действительно да. Более того, поскольку это 20 лет людям объясняли, и выросли поколения людей, для которых слово «промышленность» действительно является, ну вот, воплощением всего самого поганого, низкого и мерзкого, то, извиняюсь, никакой пропаганды, тем более в течение там 3-4 лет, тут ничего не изменишь. Ну и, наконец, третье. А у нас вообще эта промышленность в каком виде есть, когда у нас даже пластиковые ведерки закупают в Турции? Недавно вот видел пластиковое ведерко, хотел купить. Да, в Турции сделанное. Так вот, возникает вопрос, она вообще нужна? Так вот, если на все эти вопросы ответить не так, как отвечают сейчас, то есть восстановить систему подготовки, далее прекратить хотя бы, скажем так, постоянно показывать сытые, довольные рожи шоу-бизнесменов и сказать, что можно нормально заработать, в общем-то, и в цеху, и, наконец, чтобы этот цех производил что-то действительно внятное, да, тогда что-то может измениться. Но я думаю, что до того момента, пока с российского конвейера не сойдет первый российский автомобиль, за который не стыдно, до тех пор отношение к промышленности будет таким, каким оно является сейчас. Увы.